Приветствую вас, дорогие друзья, с вами по-прежнему Римас. Мы начинаем новую кампанию в игре Total War Attila. Что ж, как нам разработчики обещали, если вы будете играть на легендарной сложности, то, соответственно, вы не выиграете. Шанс очень маленький, так как здесь, например, если вы выбрали сложность Very Hard, во втором Риме выбирали, да, сложность Very Hard, то здесь она будет как Hard. То есть, если мы будем играть на легендарной сложности, плюс еще и будем играть за Западную Римскую империю, по многим... Вообще, вот многие писали, что это нереально. Нереально удержать огромную империю, где царит разруха, где царит коррупция и беспорядки. Это нереально и удержать, и восстановить тот же общественный порядок. Помимо беспорядков и полной разрухи внутренней, у нас будут еще проблемы внешнего характера. Именно, враги будут наступать с севера, это у нас варвары, потомки, включая потомков викингов. Помимо этого, у нас еще будут проблемы с гунами. Гуны рано или поздно к нам придут с востока. Вроде бы у нас хорошие отношения с Восточной Римской империей. Мы с ними вроде бы торгуем, у нас хороший союз, но надолго ли это? У нас еще нельзя забывать то, что у нас есть границы в Северной Африке. Здесь будут находиться тоже африканские племена, и рано или поздно они нам объявят войну. Если они заметят, что у нас все плохо и полная разруха, безусловно, они воспользуются этой возможностью. Что ж, легендарная сложность, дорогие друзья. Мы не будем играть, мы будем выживать. Это игра на выживание. Сколько же мы продержимся? Сумеем ли мы восстановить свою империю? Римскую империю, когда-то от этого слова все дрожали. У нас полная цивилизация, и эта цивилизация разрушена. Наступает темный век, гун приходит. И будет война. Будет большая война. В общем, смотрите, культура, способность у Западной Римской империи. Возможность нанимать войска в дружественных отрядов, проходящих по землям Рима. Это у нас такой хороший плюс, да? Интеграция культуры. Стоимость содержания минус 2% за каждый отряд, кроме римских. Постоянная иммиграция. Штрафы к общественному порядку из-за иммиграции снижены на 50%. Но я так понимаю, здесь мультикультурализм царит в этой империи, как и, впрочем, в Восточной Римской империи. Дорогие друзья, мы начинаем. В общем, у нас будет стоять реалистичный режим, сложность легендарная, то есть в этой сложности только для хардкорщиков, да, ручное сохранение в режиме кампании невозможно, во время паузы в бою нельзя отдавать приказы. Надеваем шлемы. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Воздух наполнился дымом и кровью. Римская империя разделилась надвое. От геркулесовых столпов до дальних берегов Адриатики раскинулась Западная Римская империя. Священная земля великих людей. Но те, кто пришел следом, потеряли Рим в сражениях за осколки былого величия. Им суждено либо сплотиться, отринув раздоры, либо сгинуть в варварской тьме. И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли. Западные римляне, благородные сыны вечного города, их долгом было вернуть Риму былое величие. Они готовились к войне. Разделив Рим, последний император Феодосий
оставил вам тяжелое наследство. Ваши армии отчаянно пытаются защитить Западную Римскую империю от варварских орд, а непомерные военные и гражданские расходы опустошают казну. Вдобавок, общественный порядок в стране оставляет желать лучшего. Возможно, будет разумнее сосредоточить войска поближе к столице, пожертвовав приграничными территориями. Укрепив инфраструктуру и избавившись от непосредственных угроз, вы будете готовы нанести ответный удар. Покорите земли своих врагов, а если сумеете, то и Восточную Римскую империю. Создайте великую державу, достойную самого Августа. Новое задание, глава 1. Подготовка. Они готовились к войне. Цели. Продержитесь до следующей даты, весна 400 года, да? Добавили новые дополнительные цели. Казна плюс 2000 золотых монет. Мы начинаем, друзья мои, это долгое, трудное, безумное прохождение. Надеваем, как говорится, шлемы и всем приятного просмотра. Обратите внимание, что у нас наша столица, это вроде бы Медиолан. Да, тот самый Медиолан. Что ж, огромная империя, полная разруха. И санитария у нас просто на нуле. Смотрите, у нас здесь общественный порядок просто ниже плинтуса. Ниже плинтуса. Религия вроде бы 45% это у нас язычество, да, или... Да, санитария у нас минус один. Ну что ж, хорошо, начнем тогда с древой наших полководцев, наших наследников и так далее. Сразу же назначим губернатора. Его назначим, скорее всего, первого в Италию. Прекрасно. Отлично. Так, и смотрим, какая у него за жена. Мария. 18 лет, а у нее управление, то есть влияние 10. Так, возможность персонажа и его вклад в государственные партии. Ну да, прекрасно. Сирена. Ну, прям как моя жена, когда недовольна, она как сирена, она меня орет. Ладно, поехали. Так, ну что ж. Боже мой, с чего начать? Давайте тогда начнем с изучением навыков. Смотрите, у нас здесь древо технологии. Первое это у нас армия, второе гражданские дела. То есть, соответственно, мы можем... смотрите, здесь у нас коррупция будет минус один, либо мы можем изучить разделение обязанностей. Так, у нас копейщики и заменяет лимитаны. Комитатские копейщики. Классическая философия. Я скорее всего, ну, может быть, не прав. Потому что у нас... Опа, здесь уже вражеские стеки. Убийца, свебы. Свебы здесь находятся. Вроде бы мы с ними не должны воевать, или мы воюем? Нет, мы пока с ними не воюем. Регион, у них орда. Да, у нас, ребята, большие проблемы. Хорошо, смотрим, что у нас здесь. Я буду очень долго анализировать это дело, друзья мои, потому что у нас, у нас здесь, видите, войска все прям покоцанные и неполные отряды, так как, скорее всего, ну, не знаю, нам надо еще продержаться некоторое время. Come, fight for Rome. Нанимаем лимитанов. 6800 золотых монет у нас. Так, лимитанов мы наняли. Мы можем, в принципе, еще когорту нанять. Вот один отряд когорт, да? Скорее всего, будут идти атаки с этой стороны. Так, сюда тоже нас будут атаковать. Поэтому здесь сразу наймемся на нового полководца. Полководцы. Мастер планирования. Хитрость плюс один. Доступ, готовность один. Администратор. Собираем флот. Этот флот будет защищать наши приграничные, да? Наше влияние здесь никакое. Вообще, я не знаю, вот разработчики издеваются. Как они могли сделать так, чтобы вот прям все пустое, да? И у нас очень плохие
показатели именно экономического характера, рентабельность у нас просто ниже плинтуса, собственно говоря. Ладно, римские инженеры, Либурна со стрелками, римские моряки, застрельщики, легковооруженные римские моряки. Ну что ж, ладно, давайте вот два отряда здесь наймем. По-любому мы еще где-то, наверное, потеряем бойцов своих. В августе тоже все плохо. Алиманы. Что это за ребята? Вроде бы, да, мы с ними не воюем. Вообще мы воюем со многими, если честно. Мы воюем с ютами, мы воюем с гетами. Англы. Ну и здесь у нас тоже огромные проблемы. Да, у нас тоже с ними война. Боже мой, как это все жестоко и беспощадно. Благо, что мы с Восточной Римской империей вроде бы в хороших отношениях. Ну что ж, ладно, мы сейчас будем, друзья мои, отбиваться и потихонечку отстраиваться. Колонию мы можем построить, общественный порядок плюс 1, рост, зато у нас будет пища минус 20. Целых 20, это просто жесть. Залежи соли. Загрязнение, общественный порядок минус 1, зато у нас будет пища плюс 50 к запасов, богатство от производства. 240 золотых монет. Ну что ж, давайте начнем с Медиолана. В Медиолане у нас санитария просто плохая. Стоимость, общественный порядок. Латинский скин. У нас здесь загрязнений будет очень много. Зато мы здесь можем нанять агентов-жрецов. Санитария плюс 6. Да, 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 давайте это дело построим. Я понимаю, что, возможно, это не самое лучшее, да, решение, то, что мы принимаем, но все же, тем не менее, нам надо. Мы по-любому будем терять свои земли, ребят. Этого никак не избежать. Мы, в принципе, можем сжечь все полностью и начать, как бы, заново, да, восстанавливать свою империю. Ну, не знаю. А вдруг наши враги заберут эти земли и попытаются нас расшатать своим натиском огромным. Так, здесь у нас тоже будет проблемы. Можно здесь тоже нанять нового полководца, администратор. Ну, слушай, ты прям не такой прям хороший. Налогоставка зато будет. Да, так у нас политика. Личное время в каждой соответствующей ситуации. Нанимаем генерала сюда. Ваша казна пуста, вы по-прежнему можете, ага, издать эдикт. Да, кстати, мы видали же, да, назначили губернатора, соответственно, мы можем издать здесь эдикт. Производство пищи, общественный порядок плюс 4. Здесь у нас стоимость наема минус 10% для наемников. Скорость пополнения резерва наемников, так, уменьшение иммиграции. Коррупция. Религиозное влияние. Минус 4 для христианства, кроме латинского. Хлеб и зрелище. Нет, давайте лучше коррупцию уберем, потому что у нас уже минус 88, да? Я так понимаю, 5% сильно не повлияет. С казной у нас проблема, ничего страшного. Сейчас мы попытаемся разрулить эту ситуацию. Ну что, ждем атаки. Сейчас будет нас атаковать. Мы сдаем первый ход, друзья мои. И да, пожалуйста, нас атакуют. Нас уже пытаются грабить, атаковать. Так, на нас напали. Вообще можно, в принципе, разыграть автобой. Я боюсь разыгрывать бой, да, лично. Но все же для... чтобы показать вам бои уже, как, что, почем там. Мы разыграем с вами бой. И постараюсь не прослоупочить этот момент. У нас есть флот, есть еще гарнизонный флот. Мы сейчас их попытаемся перехватить.
Это у нас грабители. Ой-ой-ой, жесткие ребята, просто жесткие. Звук такой прикольный, да? Это мне так напоминает одну серию Total War. Вроде бы, блин, то ли в Сёгуне так при загрузке было, то ли еще где-то, не знаю. Напомните, ребят, в комментариях. Ну что ж, саксы на нас нападают. Грабители. Молниеносные всадники. И смотрим. Так, у нас здесь два флота. Мы можем, в принципе, флотом сейчас перехватить парочку их, да? С этой стороны. Таранить мы их не сможем. Но все же мы попытаемся их перехватить. Что у нас, что касаемо... Ой-ой-ой-ой, у нас всего лишь 4 отряда. У нас всего лишь 4 отряда. Мы можем еще поставить себе тут баррикады каким, да? Вот сюда, например, поставить. Просто нажать. И тем самым мы сможем перекрыть им вход отсюда, да? Либо можем их сюда выставить, эти баррикады. Давайте вот сюда лучше выставим, да? Эти баррикады, они, скорее всего, здесь сюда попытаются высадиться. Ну что ж, а мы посмотрим сейчас, что будем делать со своим флотом. Самое главное, отбить атаку. Так, конница. To march into our capital and utterly overthrow us. They mean to take our women and enslave our children. Ребят, вы задом стоите. We cannot allow. That is why we hold these walls to the last gasp. Make ready. Ну вот это другое дело. Тут корабли, конечно, намного красивее выглядят. Ну что, мужики, отобьем атаку? Давайте, ребята, давайте отбивать. Мы сейчас будем атаку с вами. Это очень важно. Так, ну что ж, ускорим время пока. Сейчас мы должны разобраться с этим стыком. Не знаю, получится ли у нас это сделать или нет. Или они нас просто затаранят. Так, это у нас... Все, поехали. Сейчас будем их забирать. Просто забирать. Это у нас грабители. Просто грабители жесткие. Пошла жарище, друзья. Ай, молодца. Давайте. Пошли. Пошла жарище. Да ну, пусть он умирает. Так, пошла жарища, полководца тоже, да, мы полководцем сейчас попытаемся его забрать, этих ребят. Наблюдаем. Забираем этих индейцев. Быстро, ребята, быстро. Ну, наши опытнее намного, да. Наши должны их сейчас забрать. Так, что ж, там наш гарнизон, у нас здесь есть конница. Конницу отправляем сюда. Давайте понаблюдаем за своей конницей. Смотрите, как она выглядит. Просто легкая конница, ребят. А эта конница будет разбираться с застрельщиками врага. Ну и, соответственно, мы будем делать натиски. Да хорошо, вроде бы у нас здесь все нормально. Мы здесь должны... Да, мы здесь выигрываем. И абордажем просто забрали этих ребят. Сейчас мы попытаемся отойти. Молодцы. Добиваем. Просто вырезаем их. Просто жесть. Ну, у нас, видите, опытные ребята. Римские легионеры. И так далее. Так, уже ребята высадились. Чтобы обстрела не было.
Молодцы, ребята. Все. Защитная черепаха активирована. И ждем врагов. Так, у нас здесь баррикада стоит. Сейчас, скорее всего, они попытаются отсюда зайти. И да. Все, ребят, пошли, 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 пошли. И высаживаемся. Сейчас они, смотрите, они нас сейчас окружат. То есть они сюда подойдут, и мы их сзади просто раз-раз и на матрас. Жаль, что нету кинематографических эффектов, я имею в виду крови, зрелища и так далее. Ну, в скором будущем, наверное, сделают DLS, где там будет кровище. И будет веселее намного, да, смотреть такие видосы, играть в такие игры. Подождите, вы куда высаживаетесь? Ребят, 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 стоп, 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 стоп. Дайте нам место. Нам нужно место, чтобы мы смогли высадиться. Стоп. Вашу душу мотал. Как я мог прослупочить этот момент? Я-то слушаю, что за... Я-то думаю, что за звук такой? Нашу конницу перехватили. Да ладно. Это не может быть. Чтобы Римас прослупочил этот момент. Так, ну они сейчас захватят вышку, и эта вышка будет по нам стрелять. Ну-ка, давай. Ну, ну. Ну. Давай, 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 давай. Добивай, добивай ублюдков. Добивай ублюдков. Молодцы, 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 молодцы. Конницы мы их разобрали. Здесь у нас пока все нормально. Давайте вот этих ребят подвинем сюда, ибо они к нам будут подниматься. И да, они там захватывают вышки. Мы здесь... Прекрасно. Да хорошо, мы разобрались с этими ребятами. Отводим свою конницу, ибо они попадают под хороший обстрел. Да, но они нашу вышку не захватили. Это прекрасно. Это радует. Башня уничтожена! Позор. Полный позор. Да хорошо, здесь у нас вроде бы все чики-поки. Да, видите, вовремя я нанял этого генерала. От генерала много чего зависит. Ну что, ребята, готовы к бою? Вторая фаза сейчас пойдет. Самое главное держать, удержать натиск. Готовимся, готовимся, сейчас будет обстрел. Можно, в принципе, конницу сейчас сюда выслать. Хотя, смотрите, здесь тоже... А, вот они, застрельщики, вот застрельщики. Мы должны... Так, баррикаду они рушат? Да, они обрушили баррикаду. Держимся, ребята, держимся. Так, конницу можно, в принципе, сейчас поближе подвинуть. Пошла жарища. Так, у нас вроде бы все нормально здесь. Конницу давайте отведем в эту сторону. И атакуем их со фланга. Не ввязываемся, не ввязываемся. Уходим, уходим, уходим сюда. Уходим, уходим сюда. Не ввязываемся, не ввязываемся. Так, у нас здесь пробивают. Мы пока держимся. А надолго ли это? Мы это посмотрим сейчас. Жестко нас тут обстреляли. Так, вводим, вводим, вводим конницу. Конница у нас просто жесть как попадает под этот обстрел. У нас есть скилл готовность. Здесь вроде бы пока мы держим. Да-да-да, мы удерживаем их натиск. Так, прекрасно, мы с ними разобрались. Боже мой, где уже горит там последнее. Так, сейчас конница, заберем этих застрельщиков. Окружаем, окружаем этих бомжей. Пошли, 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 ребят, не стоим, не стоим, не стоим.
Ой, как прекрасно! Ой, как прекрасно! Мать вашу! Узрите, где в Римасу душу вашу мотал. Ребята, ребята, быстро, 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 быстро. Наши воины бегут с поля боя. Какой позор! Какой позор. Жесть, как нас тут обстреливает. Да, хорошо. Блин. Сейчас мы свою конницу потеряем. Ребят, вы что так медленно? Бегом. Во, наконец-то мы отключили. Я-то думал, у нас... Блин, у нас последний горит. Так, догоняем этих бомжей. Догоняем, и сейчас мы их конницы просто добьем. Самое главное сейчас это дело мы, нам разбить. Так, ребят, куда вы побежали? Шифтом зажимаем. Вот сюда, потом сюда. Да вот сюда, идите, душу вашу мотал. Так, хорошо, застрельщиков забираем. Самое главное, застрельщиков забрать. Пошли, ребята. Что-то, смотрите, проблемы с тенями, да? Тени как-то вот подпрыгивают. Заберем этих бомжей. Так, мы здесь пока держим. У нас есть еще другой отряд, свежий. Так, заберем этих застрельщиков. Так, у нас здесь проблема с копейщиками, да? Скандинавские разбойники. Пошли, ребята. Заберем этих ублюдков. Собирается силами. Так, они собираются силами. Мы их окружили с этой стороны. Наша конница пока еще не разобралась с ними, да? Ну, троих осталось забрать-то. Так, все, идем сюда. Конница, давай, быстро, ты нам здесь нужна. Готовность. Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Какой позор. Натиск. Пошел натиск, отлично. Забираем скандинавский отряд. Так, нас сейчас, походу, заберут тоже. Все, уходим. Уходим. Так, застрельщик, чтобы нас не разбили здесь. Пошли. Все. Сейчас круг сомкнется. Мы стояли долго, потом ушли. Да, так. Уходим. Там главное, чтобы нас здесь не перехватили. Так, ну что ж. Здесь нас пробивают. Второй отряд отправляем сюда. Блин, со стричком как-то вот надо порышать. Срочно. Видите, как их жестко, грамотно прикрывает искусственный интеллект. И они просто безнаказанно нас обстреливают. Это очень плохо сказывается на... Ой-ой-ой-ой, прекрасно, бегите, душу вашу мотал. Бегите. Отлично. Древные разбойники. Узрите гнев Римаса, нашу душу мотал всех вас. Да, хорошо. Так держать, мочить всех. Бегите. Так, подождите. Мы, короче, бежали, да? Героическое поражение, друзья. Открыто достижение.
два DCG у меня открыты, какие-то я уже не успел прочитать их. Почему мы бежали? Чуть не понял. Вроде бы они бежали, а потом мы начали бежать. Или наоборот. Ну ладно. Собственно говоря, нас ограбили. Надо было просто сдать автобой, и было бы все прекрасно. Вообще-то нас было 772, их было 2240. Ну, они тоже так нормально пострадали. Так, хорошо, уничтожили полностью наш флот. Грабанули нас и уехали. До следующей встречи, да? Уплыли. Восточная Римская империя. Ой-ой-ой. Набатея и Лазии, да, наши вроде бы союзники. Надежные. Плюс восточные, ну это вот мы, если будем звать своих союзников против наших новых врагов, да? И Влани нам объявляет войну. Скорее всего, они сейчас с этой стороны нас попытаются атаковать. Ну вот, пожалуйста. Как это жесть. Вот так вот будет вся кампания, друзья мои. Мы будем отбиваться. Блин, не знаю, есть ли смысл просто сжечь полностью все и как бы начать там с ограниченного количества поселений. Напишите, друзья мои, в комментариях, как лучше решить эту проблему. Как нам выжить? Терпеть и биться до конца, либо оставить эти поселения и как бы начать все заново отстраиваться и так далее. Но это тоже сложно. И очень долго. И так долго. Ну и я с вами не прощаюсь. Пишите комментарии, что нам дальше делать. С вами был, как обычно, Римас. Ставьте лайки. Всем вам удачи. До скорой встречи.